Открыли границу для них перед католической Пасхой, ну и радуница вот через несколько дней. Ну, пусть люди приедут с Польши, Литвы, Латвии, к своим родным на могилке как-то всегда было. Вы же сами здесь, кто-то отселился, откуда-то переехал. Но едете на эту могилку. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли великий Запад, богатый Запад, соли нет. И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия. Но слава Богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали. Диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, вот так ходили бы голодьбой.